Друзья, всем добрый вечер. Хотим вам сказать пару слов об этом инструменте. Он изобретен в 21 веке, в 2016 году, в Санкт-Петербурге, инженером-музыкантом и изобретателем Денисом Кощеевым. Это один из немногих новейших музыкальных инструментов, полностью акустических. В чем его главная особенность? Звучащие резонаторы в нем – это трубки из чистого кварца. Этот инструмент сделан на основе так называемой кристальной арфы, более простой инструмент, который изначально был придуман для проведения звукотерапии. Этот же инструмент обладает широкими возможностями, он хроматический, здесь три октавы, но одновременно он не теряет своих звукотерапевтических свойств. Вот, и мы представляем мастерскую с Британом, где он был изобретен и сделан, и всячески стараемся внедрить во все возможные стили музыки этот инструмент. Он постоянно звучит на концертах нашего проекта этномузыки «Мама Нэйч Бэнд». Вот, также прозвучал уже в большом зале филармонии с оркестром. Ну и мы хотим знакомить с этим инструментом классических музыкантов и молодых композиторов, чтобы этот инструмент приглашали и использовали в разной музыке. Если это кого-то вдохновит, мы будем очень рады. Обращайтесь. Павел Чижов исполнит свою композицию. Ну, может быть, еще на бис, если вам что-нибудь попросить.